то, что мы здесь получим, у нас мы уже будем распространять более 100 сотрудникам по 17 филиалам. Мы сейчас активно используем Vinamic View, FXIQ, который, ну, payments, и еще используем, вот только начали кэш-менеджмент. В основном у нас 24/7 все банкоматы установлены. Это модели 4560, 450, которые уличные почтенные банкоматы. В основном у нас популярны эти банкоматы. Мы всегда думали, что уже изучили все программы, связанные с банкоматами. Оказывается, мы только начали это. Это, наверное, по моим расчетам, наверное, даже не 50%, а 30-40% мы начали использовать. И это очень большой опыт нам дал. И в работе тоже, сервисных. Вот мы ознакомились и операторами у вас здесь, которые обслуживают удаленно, ну, сервис-деск. Вот это очень много я получил от этого. И думаю, буду внедрять тоже у нас в Узбекистане, в нашем банке.